Мы покупались бы. Всем доброе утро. Я сегодня мальчиков вот возле Дома культуры высаживаю. Антоша сегодня взял одеяло с собой и малину. У них сегодня будет что-то типа пикника. Пикник. Пикник, да. Вот такое у нас прекрасное утро. Уже 28. Еще только 8 часов, уже 28 градусов показывает. Вода мне купили на воды садик. Правда? Так, сейчас свезем теперь Афанасия. Все, кепку взял? Мы на ночи погуляли и зарядку поделали. И зашли уже? Да, да нет, они еще, наверное, не вышли. Мамуля, привет. Привет. И пока, да? Все, мы пока до обеда. Все, Петрушка. Немножко щавля. 11. Я сейчас пойду готовить обед. Я сейчас приготовлю обед. И убраться нужно на кухню. Так, у меня здесь курочка. Вот эти вот ножки, знаете, которые без костей и без кожи. В общем, бедро или голень без костей и без кожи. Немножечко сейчас протушится. А здесь у меня просто вода. Буду сейчас макарошки варить. И потом смешаю все с курочкой. В общем, такой простой обед. Хотела сначала в духовке запечь, но, честно, на сковороде быстрее. Поэтому сейчас все это обжариваю с морковкой, с луком, в общем, по такому стандартному рецепту. Пока у меня сейчас домылась посудомойка, посуда в посудомойке, я сейчас ее достану и еще здесь поприбираю. Сейчас все-все помою, вытру и еще одну посудомойку заложу. Пока мясо обжаривалось, я уже запустила посудомойку и стиралку. Стирается наша постельная. И уже закипела вода на макарошки. Сейчас их сюда буду добавлять. Макарошки уже почти сварились. Здесь две пачки по 400 грамм. И вот здесь вот уже морковка, лук. Сейчас все немножечко потушится. Я это все просто присолила, специи не добавляла, потому что хочу добавить вот этот, знаете, соус по-грузински. Развести его с водой, чтобы такое была красная подливка. И потом все это соединю с макарошками. Вот, а соус по-грузински, он будет достаточно такой перченый, поэтому здесь специй не будет. Да-да-дам! Получился вот такой вот обед красный. Сейчас я сделаю салатик и все. Осталось вытереть везде столы и домыть посуду, что не влезло в посудомойку. Привет. Привет. Что там Антоша с педиком? Антош, ну как быстрее. Прошел пикник? Мясо. Пикник мясо. Нормально? О, хорошо. Малину съели? Уже! Знаешь что? Все ведро съели. Ну хорошо, я рада. И орех там нашли. Да? Так у вас сегодня был пикник? Не зря оно называется «Мама орехова роща». Да? Были орехи, да? Так, ну все, домой. Ну, пакет, потому что мусор есть. Где мусор? Ну, вот на земле. Тебя вычищать придется. Не, ну это я постираю, это ничего страшного. А, ну само вычистить? Да. Сейчас я ехала и смотрю, 38 градусов тепла. 38. А, куда, под кондиционер? Ты купаться? Малина, кайф. Сейчас на улице 38. Хорошо? Тепло? В этом году кизил будет. Тут зеленые есть. В прошлом году его прям мало-мало было. Еще малину объем, пойду под кондиционер. А завтра мы собираемся куда ехать. Завтра пятница, завтра еще мы дома. Завтра у нас вроде бы фотосессия. Надеюсь, что все срастется и будет наконец-то фотосессия.
а в субботу мы в Ейск. Приятно, Антонио, как... Прости за выражение, мам, лучше включить камеру, а то я ему сейчас тут поговорю. Не надо ничего ему говорить. Давайте кушать и идите немного позанимайтесь. Дрова. Ой, какие дрова? Нет, пожалуйста, идите позанимайтесь, хорошо? Жара. Сейчас там 40 градусов. А я пойду бабушке дедушкой помогу с морковкой. А там жара, там 40 градусов. Да? Можно возить ветки? Попозже. Я пошел. Даже в бассейне сегодня не купались, но я думаю, попозже искупаемся. Но вода очистилась. И ветром сдула крышку, она теперь внизу. В общем, вода чистая, прозрачная. Вот, а я сейчас иду помогать родителям мыть морковку. Сейчас будем обрезать, да? Ага. Ну, не, ставь отсюда, подкачивай сейчас. А, хорошо, давай. Теперь у нас три тачки, да? Мама сегодня подстриглась. Покажи, как ты подстриглась. Еле-еле, да? Много народу было? Ага. Так, пока все. В общем, на сегодня все. Ты смотришь, что это мои дети, они как раз занимались в это время, пока я тут вязала. Все, вот это вот все болит. Да ты что, ты уже дочитал, смотри, да? Смотри, я, как и Гриша, три строчки. Три страницы. Вот до сюда. Угу. Хорошо, ну клади закладку и все тогда. И пописал же, да? Это ты уже какое сделал задание? Это 11. 11? Ну вот. Успеем? Смотри. Да, вот это было интересно, да? Здесь нужно в примерах поставить плюс или минус в длинном примере. Должно получиться, причем здесь цифры одинаковые, да? Ответ только разный. А вообще, нет, здесь сложность в том, что мне сложнее было получить 3. Так, а вот Григория задание. Вот такая вот математика мы тут делаем с ним задание. И вот русский. Тоже здесь задание. И ну, он перед здесь вот нужно списывание контрольное. И здесь задание. И... По тексту задания и здесь грамматические задания. Мы покупались в бассейне, вода прям вообще чистая, чистая. Ну такой крупный мусорок плавает, но папа его тут нам вылавливал. Все, сейчас все довольные и счастливые. Включили опять насос, пусть чистит нам, да? И таблетку. Да, и Анташа этот поплавок а тут... Себе это вот. Ну, растворяется там хлор этот. Уже крыжовник поспел, можно собирать, уже вот покраснел. Нет, мам, на тот иди. Да? Там чернее, смотри, какой черный. Нет, тут черный не будет, это другой сорт. Да, здесь еще второй сорт, он почернее. Уже надо его собирать, сынок. А? Надо рвать. Угу. Так, а я иду собирать малину. Ту мы уже все съели. Что я собрала, Антоша сегодня же еще даже в школу брал немножко. Вот сейчас вот буду собирать. Красота. Ой. Если останется, то возьмем еще в Ейск. На выходные поедем.